Ольга забыла, сколько весит рыбина, решила ее взвесить еще раз. А вот нолик. Что-то он весь в крови какой-то. Сегодня у нас будет нормальный ужин. Сколько? 1700. Ой, нет, неправильно. Было же 1720. Все, давай контрольное взвешивание. То вдруг ошибка. Ошибки быть не должно. Тысяча семьсот двадцать. Ну-ка, вытяни на меня его, посмотреть. О. О. Его чешуя, как у карпа. И посмотреть, что у него в желудке. Чтоб такие приманки подбирать. Ольга устала разделывать рыбу. Дай баночку вот эту. Шашлык будем сейчас готовить из хариуса. Целый котелок рыбы с одного хариуса. Растопили чудо-печь. Турбо-поддув даже еще не ставили. Так хорошо горит все. Сейчас будем жарить рыбу. Хариуса килограмм 720 грамм на чудо печке. Да, без этой печки бы мы что бы делали. Вот такие вот щепочки ломаем вот с этих вот коряк, которые валяются по берегу. Вот насобирали очень мало, в костре они сразу сгорят все быстро. Так ломаешь потихоньку, подкидываешь. На весь вечер хватит. Рыбу жарим на манке. Вот такой вид у нас. Вид на порог. Потом надо посмотреть по карте, как называется этот порог. Так еще не успели посмотреть. Вроде это второй порог по счету. Красота. Вот подключили турбо. Турбо поддув, и процесс пошел. Вторая порция пошла. С первой порцией мы как-то справились. Сейчас еще потрошки просолились. Сделаем закуску. Это закуска. 10 июля, раннее утро, 6 утра местного времени. Солнце не позволило нам дальше находиться в палатке, поэтому пришлось вылазить. Вещи разложили сушить, поставили пауэрбанк на зарядку. Солнечная панель заряжает.
Пока мы пользуемся одним пауэрбанком, заряжаем фотоаппарат, и пока хватает достаточно. На ночь я включил, было 50% зарядки у фотоаппарата, теперь он полностью зарядился. Вот поставили пауэрбанк, и надеюсь, что он опять зарядится с этим солнцем. Вот такая маленькая панель, которая весит 420 грамм. При таком солнце ее достаточно. А мы сейчас пойдем вниз пить кофе. Чудо-печь. Топить щепочницу. Турбо-чудо-печь. Мы позавтракали. Доели эту рыбину вчерашнюю. Сварили уху. Там голова, большой кусок и хвост был. Съели по две порции ухи. И собираемся на выход. Так у нас идут сборы. Двигаемся вон туда вниз по течению, по правому берегу пойдем. Немного прошли вниз по реке, остановились в таком красивом месте отдохнуть, ну и удочку закинуть. Здесь два порога подряд, третий и четвертый. 10 июля, около 11 часов утра, мы прошли третий порог. Третий порог. Вот еще один порог. Красивый. Вот это вот седьмой и восьмой пороги на реке Нияю. Остановились на отдых, решили порыбачить немного, и сразу первый прыжок. На алиэкспрессовскую муху. Блестящую попался. Такой. Грамм на 450 примерно. Ну вот, поймали уже покрупнее хрюска. Это грамм под 700, под 800, наверное. 700, я так думаю. Ну потом взвесим. Без мен наверху остался. Ой-ой-ой. Зачем к себе-то прислонила? Ну-ка, хороший, хороший. Ага. Хороший. Покажи. Боком. О, отлично. Закончилась третья часть нашего пешеводного похода. Был обнос каньона 9 порогов. Завтра мы опять встаем на воду. Вечер. Будем ужинать. Вот на таком вот берегу поставили палатку. Один большой плюс, что ночью солнце будет спрятано за вот этим склоном. Может быть, удастся поспать. Поставили палатку.
зарядку поставили пауэрбанк, разбираем вещи. Вещи замочили в реке, чтобы маленько течением соль смыла. Маленько дров нашли, вот корягу какую-то с палками. Ольга села жарить пойманного сегодня хариуса. Мы сварили киселя, уже напились. Сейчас будем ужинать. 11 июля, утро, но уже не раннее утро. Всю ночь и все утро идет дождь. Мы в палатке сидим и приготовились завтракать. Завтракать мы будем рыбой, вчера пойманной. Навес мы вчера не натянули, его здесь трудно натянуть было. Но мы и не знали, что дождь будет. Все 10 дней жара была. А тут наконец-то погода изменилась. Как наконец-то? Это, наверное, хуже все-таки, чем лучше. У нас одна рыбка всего осталась. Сейчас ее будем есть. Вчера мы ее засолили. Это вчера, которая поймана была между 7 и 8 порогом. Вот она в селедку превратилась уже. Сейчас эту селедку будем кушать. Эта рыба где-то 800 с чем-то грамм. Мы ее взвесили, когда уже почистили. Вот без потрохов, без чешуи. Она так 780, по-моему, 770 весила. Ну, с потрохами, с кишками, значит, 800 с копейками. Этот хариусок вчера последним попался. На завтрак нам хватит. Так, у нас тут все в палатке. На улице все затянуто. Мелкий моросящий дождь. Льет, льет, льет. О, селедка какая. Нарезай, нарезай. Ладно, выключаю камеру, будем кушать. Вчерашняя жара сменилась жутким холодом. Аж пар изо рта идет. Холодает все сильнее и сильнее. Мы выбрали паузу в дожди. Вот здесь вот дождь маленько прекратился. Немного капает. Мы быстрее на чудо-печке варим кофе, чтобы согреться. Ну, в палатке, в принципе, тепло. А вот на улице аж руки замерзают. Я вот сейчас фотоаппарат держу, руки мерзнут. Вот он, горячий кофе готов, первая порция. А вот и наша чудо-печь. Чудо-печь, без которой бы мы тут сырыми дровами не смогли бы ничего согреть. Потому что дрова полностью сырые, вот внутри они сырые, они из воды. В воде лежали, наверное. Еще дождем их промочило, но мы их чуть-чуть топориком подрубаем, щепочки, и в чудо-печь складываем. Время 19:00 местного. Уже 1,5 часа нет дождя, мы быстро собираемся. Один покрафт уже накачали, будем выходить. Так, тут у нас сборы идут. Комаров столько налетело. Хотя и холодно. Сейчас выходим скоро. Вот слияние Большой Усы с рекой Неяю. Мы дошли до устья
Не яю. Сейчас время 10 часов, по-моему, 15 минут местного вечера. 22:15. Сейчас мы будем подниматься по реке Большая Уса вверх, вон туда. Проводку будем делать. Тут люди какие-то стоят. Они выглядывали и опять закрылись. Видимо, спят. Не будем им мешать. Вот Ольга с Покровом. Пришли мы оттуда. Погода хорошая. И не холодно, и не жарко. За поворотом порог. Пройти мы его не сможем. Проводку сделать тоже. Поэтому будем обносить. Сейчас уже 12 июля. Часа 2 ночи. Ну, уже светло. Да и было не темно. В общем, здесь полярный день продолжается. Пасмурно. Дождя нет. Время 20 минут 5 утра. Мы уперлись вот в этот каньон с проводкой и пришлось его обносить. Челноком обнесли все вещи и поставили тут палатку. Потому что 4:30 ночи, вернее 4:30 утра, пора спать. Тут река делает поворот. Завтра мы, нет, уже сегодня пойдем туда. На берегу запалили чудо-печь, турбо-щепочницу. Нашли тут коряги какие-то, палки. Вот такой красивый каньон. Потом подойду, сниму его поближе. Сейчас надо попить чаю. Целый день идет дождь. Сегодня 12 июля, вечер. У нас дневка. 13 июля. Утро. 9 утра. Мы час назад встали, когда закончился дождь. Дождь в часов 7 утра закончился. Он лил вчера весь день. Всю ночь. Лил и лил. Небольшой моросящий дождь. Мы вчера сделали дневку. Отсыпались. Это уже вторая дневка у нас. Дневки у нас запланированы под плохую погоду. Когда плохая погода, мы вот тогда и делаем дневку, чтобы выспаться. Вчера мы перенесли палатку, все вещи. Сначала мы встали вон там, около кустарника. Но дело в том, что когда пошел дождь, мы заметили днем, что вода поднимается очень сильно. И вот здесь вот между кустами и нами образовалась целая река. И мы быстро перенесли все вещи на всякий случай, чтобы нас не затопило. Сейчас мы собираемся и выходим. На чудо-печке варится молочная каша «Геркулес». Мы ее съедим, сейчас быстро соберемся и отправляемся в путь вверх по течению Большой Усы. Как вас зовут? Альберт Юрьевич. Альберт Юрьевич. А вас? Андрис Бирзнец. Правда? Правда. Вы поляк? А? Вы поляк? Вы еще литовцем назвали. Латыш, конечно. Латыш. А мы Олег и Ольга. Приятно. Вот встретили хороших людей. Это первые люди за все время, за 13 дней. Мы упаковываемся. Сейчас тоже стартуем. Вот так вот потихоньку, медленно передвигаемся вверх против течения Большой Усы. Поднимаемся в горы. Воды очень много. Иногда прижимы, кусты не дают пройти. Глубина большая.
Садимся за весла и против течения выгребаем эти кусты. Вроде получается, все нормально. Покрафты прям отличные. Против течения можно грести иногда. Все отлично. А вот мой покрафт. Сейчас вот вышел на спокойное место, где нет течения. Тут плес такой своеобразный, вон там горы. Двигаемся в ту сторону. Время 10 вечера. Остановились вот на таком месте. Уже поставили палатку. Щепочницу сейчас будем поджигать. Покрафты вытащили на берег. Дров я принес из кустарника. Много сухих нашел. Будем ужинать. А завтра пойдем вон туда дальше, к тем горам. Вверх по Большой Усе. Красивая река. 14 июля. Мы на правом берегу Большой Усы. На противоположном берегу ходит гусь. Прилетел туда и ходит. Собрали лагерь. 14 июля утро. Вот последние штрихи увязываем. Покрафты. Будем двигаться вверх по реке. Большая Уса. Стояли мы вот здесь, в таком красивом месте. Здесь много дров. Выйдем минут через 5. Очень медленно преодолеваем перекаты. Прям вот так вот медленно. Против течения. Есть места, где даже на весла можно встать. Лёсы. А есть и вот такие места, где приходится прям протягивать. Еще скалы острые. Есть такие камни, острые, как бритва. Можно покрафт пропороть. Поэтому надо очень внимательно следить, наблюдать, обносить эти камни. Вот впереди плес. Сейчас еще 30 метров и плес будет. Скорее всего, там на весла встанем. А Ольга демонстрирует чудеса акробатики. Обносит острые камни. Проводка – это очень тонкое занятие. Чувствовать надо каждый камушек. Так мы теряем время, отстаем от графика, потому что большая вода. Очень много воды, берега затоплены. Все, остановились на ночевку. И у нас тут царство мошки и комаров. Жесть полная такая. Вот пока палатку ставили, там уже вон, что они там нашли интересного. Вообще, короче, через сетку проникают как-то. Вообще понять не могу. Я вот одел сетку, капюшон, сетку, и все равно они как-то проникают, кусаются. Так, ну, место какое-то интересное, болотистое, видимо. Вот это вот и есть полярный Урал в середине лета. Здесь какой-то небольшой перекат такой. Здесь, наверное, можно порыбачить. Попробуем. Завтра мы дальше будем двигаться вон туда, вверх по Большой Усе. Вон к тем горам. Дрова все здесь на этом берегу сырые.
костер решили не разводить. Сложно его долго разводить. Надо большой костер сначала развести. А мы чудо-печь, турбо-щепочницу. Затопили, через 10 минут чай, йомот. Все просто. Новые технологии. На сырых дровах, вот на этих вот, на сырых щепках, все горит. Палатку поставили вот. Погода непонятная пока. Пока залазили в палатку, налетело миллион комаров. Подожгли спираль. Что-то пока никак не действует. Сами дышим этой спиралью, а комары почему-то продолжают сидеть на крыше палатки, вот, летать спокойно. Непонятно. Никто им про спираль, наверное, никогда не говорил, они про это не знают. Прям запах уже такой ужасный. Они сидят все спокойно. Но они сдохнуть должны или нет? Или скорее мы? У нас утро. Почти собрали лагерь, утром позавтракали кашу «Геркулес» на молоке. Попили кофе. И сейчас стартуем. 1 покрафт уже снарядили. Будем подниматься вверх. Вот это место, скорее всего, называется «Плиты». Мы где-то стоим рядом с этим местом, и на схеме, на одной из схем я увидел такое название – плиты. Либо плиты чуть-чуть маленько подальше, если они есть, то значит это не то место. Скорее всего то. Вот так вот выгребаем против течения. Погода сегодня хорошая. Кстати, мошки почему-то, комаров убавилось. Время 3:30 местного. Мы прошли 3 часа без остановки и остановились маленько пообедать. Чуть-чуть. Чуть-чуть колбаски сырокопченой съесть сухариком. Место такое приятное. Красивое. Опять у нас проводка, течение усилилось. Это место перед впадением Большого Бадьишора, притока. Такая галечная коса, длинная-длинная. Время 1:00, теперь уже 16 июля. Мы находимся на вот такой стоянке, похоже, оленеводов. Они обычно встают на такие вот возвышенности и пасут оленей. Мы идем вверх по большой усе в направлении вот прямо вот этих гор. Нам туда. Так выглядит наш лагерь. Пока залазили в палатку, опять налетели комары. Вот сколько их много.
Будем спать. 16 июля. 7 утра. Я принес завтрак. Вот он. Вот он завтрак, живой еще вот там. Отлично. Вот еще окунька поймал. Такого гигантский окунь у меня сорвался только что. О, какой красавец. Это на уху, а щуку мы пожарим. Наловили окуней. Здесь очень много щуки. Но она не клюет. Одну всего поймали. Одна сорвалась. Огромный окунь сорвался. Что-то блесна какая-то странная у нас. Вот нарезали хвостов, голов, окуней, отушки пока подсолили, чтобы до вечера сохранить их. Вот еще целый пакет тушек окуневых. Еще щуку будем жарить сейчас. Вот в этой коричневой луже щуки постоянно заходят. А окуни там, в самой реке, вон. Много их. Вот еще одна попалась. Хорошая. Вот это побольше, чем та. Какая красавица. Вот и ужин у нас есть. Отлично. Вот на такую блесну за 5 копеек. В посудоцентре продается блесна. Стоит 68 рублей 50 копеек. В хозцентре. Хозцентр, да. У нас завтрак готовится. В манной крупе. Щуку. И на сковородку. Наконец-то мы наедимся сегодня. В прошлый раз мы хариусом наелись. Хариус был на килограмм 720 грамм, а щука на килограмм 630 грамм. На 90 грамм меньше хариуса. Завтракали, собираем лагерь, пакуем покрафты. Вот осталось собрать палатку. И вот туда мы двигаем сейчас, вверх по реке. Увязываем вещи в лодках. Когда вещей много, это очень трудоемкий процесс, не так все просто. Надо как можно ниже опустить весь груз, чтобы лодку не колбасило, чтобы она шла ровно. В таком вот болоте этим занимаемся. Вокруг миллионы насекомых, которые проникают везде, везде. И от них нет спасения. Сейчас пойдем вон туда, вверх по большой усе. Ольга выгребает против течения. Пересекли реку в очередной раз. А с другой стороны у нас вот такой вид красивый. Красота! Полярный Урал, Уральские горы. 16 июля вечер. 9 час вечера мы остановились. В красивейшем месте, вот в таком. Здесь будем ставить лагерь. Вот сюда куда-нибудь поставим палатку, дрова тут есть. Для нашей чудо-печки. А самое главное, это что утром... Ночью горы будут защищать нас от солнца. Может быть, мы
хотя бы этой ночью выспимся. 17 июля, 18 день нашего похода. Мы позавтракали жареной щукой, ухой из окуней, доели всю рыбу, ну почти всю. Собрали лагерь, палатки и упаковываем покрафты. Сегодня планируем, если, конечно, ничего нам не помешает, дойти до устья притока из Ешор, по которому мы в дальнейшем будем подниматься дальше на хребет Уральских гор, который разделяет Европу и Азию. Сегодня мы хотим дойти до устья этого притока. Если получится, конечно, потому что жара ужасная, ветра почти нет, комаров просто миллионы. Сейчас еще надо подкачать покрафты. И пойдем вверх по большой усе, вон туда. Вчера, интересно, врезался в большой камень. У меня там в сумке посередине покрафта лежит железный каркас от телеги. Он был проложен полуспущенной сидушкой, но она не помогла. И прям этот каркас, прям по камню со всего разгона проскрежетал. Прям с таким хрустом. Я думал, дно порвет. Но проверил, я даже не нашел царапину. Очень классные покрафты. У нас усиленное дно у них. Вес этого покрафта 3 килограмма 200 грамм. Это новая компания River Play, которая переводится как «игры на реке». Но у нас тут не игры на реке. Мы до игр пока не дошли еще. Мы просто делаем длинный пешеходный поход. И на этих покрафтов передвигаемся. River Play — это производитель с юга Кузбасса, с нашего региона. Возглавляет ее Денис, очень грамотный сплавщик, очень грамотный покрафтер. Он нам специально эти покрафты изготовил для нашего путешествия. Кстати, ссылку на покрафты можете, на производство можете посмотреть в описании роликов, в описании каждой части, обязательно оставлю. Можете с Денисом проконсультироваться, потому что для каждой конкретной задачи нужны маленько разные покрафты. И вот он может проконсультировать и изготовить их. За относительно небольшие деньги качество ничем не уступает, я считаю, красноярским покрафтам. Но мы еще посмотрим, у нас еще большая часть маршрута впереди. Покрафты мы обязательно протестируем. Подошли вот к такому красивому перекату. Такие горы вокруг, красота. Ольга Антоновна сказала, давайте-ка я вам сейчас, ребята, на ужин рыбки наловлю. Посмотрим, посмотрим, чего она там поймает. Какой будет ужин. О, как закидывает-то профессионально. Молодец. Немного порыбачили с Ольгой Антоновной. Ну, я мало рыбачил. Ольга Антоновна поймала большого. У меня один большой сорвался вот недавно. Ольга Антоновна большую часть рыбы поймала. Сейчас она хочет взвесить крупного, который самый крупный у нее. Вот такой у нее крупный хариус. О, ну-ка, давай. Вот такой хороший, хороший. А ты крупнее, чем этот, когда-нибудь ловила? Не знаю, надо взвесить. А взвесить надо? Давай взвешивай.
Сколько? 770. 770 грамм. Ты какого раньше ловила? Примерно такого же. Нет, ты ловила там на 870, по-моему. На 100 грамм больше. На Северном Урале ты ловила побольше. Это тоже пойдет нормально. Остановились пообедать на каком-то островке. Двигаемся быстро. До устья из Ешора осталось примерно 2,5 километра. Ну, сейчас посмотрим точно по карте. Вот туда мы двигаемся. Устье из Ешора где-то там. Там мы уйдем с Большой Усы и будем подниматься по притоку из Ешор. Вот такая красота вокруг. Сейчас прям практически нет насекомых. Это такой кайф. Тут даже бабочки красивые, очень красивые. Тут все красивое. Поели малосола немного, 5-минуточки хариусовой сделали еще на вечер. Вот. И 2 больших рыбины осталось в пакете. Не знаю, может, жарить будем. Сейчас будем двигаться дальше. О, какие тут хариуса ложатся. Сегодня будем ужинать. Вот. Сейчас подцеплю, покажу вот такой вот. В песке, правда, весь, но ничего. Ой, ой. Каждым забросом ловится. Яма какая-то. Минут 40 порыбачили вот в этом месте, на перекате. Вот он улов. И двигаемся дальше. Дошли до стрелки Большой Усы и ее притока из Ешора. Вот так выглядит это место. Вот справа Уса впадает. Нет, наоборот. Вот справа течет Уса, и вон там впадает из Ешор приток. Там на дальнем плане мы видим 2 или 3 креста. Тут такое слияние. Мы прямо на этом слиянии поставили палатку. Прям на галечнике, вот там за кустами, за этими деревьями, большая стоянка с костровищами, но там, наверное, насекомых больше. Поэтому мы на открытом месте поставили, вот костер развели, покрафты затащили. Ольга там рыбу пошла чистить, которую наловили сегодня, пока шли сюда.
наловили 2,5 килограмма первый раз на первом перекате, и вот на последнем 8 штук поймали. Ну, наверное, еще больше, там килограмма 3-3,5, может и все 4. Сейчас будем ужинать по-царски, восстанавливать калории. Поели малосолки 2 раза уже. Сейчас варим уху из голов, хвостов, хребтов. Полный котел будет ухи. Еще 8 рыбин оставили на завтра, на завтрак, и нажарить с собой в дорогу. Портится погода. Вон какие-то тучи идут. Палатка стоит прямо на гальке. Утром опять, если будет хорошая погода, то опять солнце нас разбудит. Если будет пасмурно, то вообще здорово. Хочется дождя немного. Ужасная жара, безветрие и, соответственно, обилие комарья, мошки, насекомых.